Бери, тварик наш. Да шутишь ты, Захар. Майлз. Парень работящий, старайся. Вот работник достал. Кто, кто яблоки он раскидает, кто спать уже. Сколько нужно. Захаров Графыч, что ж вы за мной, это, что случилось, что так у меня? Стеллан сгорел, Вань. О, как сгорел, Захаров Графыч, что делать? Стеллан! Захар, не покажи, что туда, что дров подкинул. Не надо, Ваня, дров-то, не надо. Печень после стелы должна чуть теплой быть, как после хлебов. Говоря по ученому, 50 градусов. Вон, видишь, за боков-то камера сушильная. Там вот и жар медный, и обдув идет. Вот в этих камерах мы постелу и сушим. Ты, Вань, угости гостей наших готовых постил. Вот эта постела, которую мы с вами взбивали. Была пенная рыбная зовется. Ну или по-другому зефирная. Мы в нее не 25 белков добавляем. Но еще у нас фабрикуется плотная пастила. По-другому зовется смоква, от слова смаковать. Она не взбивается, как белопенная-то, а уваривается на водяной бане. Вот у нас паровой котел для этого имеется. Паровой котел системы Кеслера. Он как бы из двух котлов состоит, ставленных один в другой. Между ними в воронку вода наливается. Дальше вода внутри кипеть начинает. И яблочную массу мало. Ой, а я вам коробочки поднесла у Захара Карпыча. Паковать не буду нашу пастилу, когда высыпать. У нас для каждого сорта пастилы своя коробочка. Поэтому картинки на них разные. Вань, а ты грамоте. Маненько. А то вон у нас, видишь, коробочки-то со стихами да с пожеланиями разными. Да как граф читал, я тебе. Стихи, пожелания, без скука. Вот то и сделал песни петь. Это все хоть, ты не поймешь. Ты песен, что ли, знаешь? Ну-ка, давай, изобрази. А мы послушаем, что там. Запись. Под яблони зеленый, под кудрявый зеленый, сидит новый высокой, нежно ты холостой. Опа! Вот как. Молодец, Вань, молодец. О. Талант. Да только вот пастилат наш не реп парень. Тут что-нибудь по затейлю надо дать. Кожа затейки. Вот, к примеру. Давайте. Душа души моей, припоручая себя вашей благосклонности, с чувством глубочайшей признательности, честь имею быть у ваших. Нет, Захар, брат, что-то ничего кроме ног не понял. И как-то это странно. Ванька, пастила-то дело серьезное. Непонятно. Ну что ж, сменить конец. Конец. Пошли в контору к Петру Карпычу, к хозяину нашему докладываться. Пойдем, что ли? Пошли, Вань, не отставай!